украли. Ютубчик, наверное, не можешь посмотреть. Привет-привет, ты на канале Малышарин ТВ. Сегодня мы поиграем в маленькую полицию. А то вы давно просите, а я все про нее забываю. Так, сначала выберем героя. Какого-нибудь самого интересного. Давай посмотрим, кто же у нас здесь есть. Ой, где там наши мордочки? А давай сделаем какого-нибудь такого интересного героя. Ой, зеленые волосы, да, это странно. Ладно, давай сегодня сделаем дядю. А то что мы все какими-то женщинами играем. Так, давай. Ну, давай вот такого, чуть-чуть загорелого. Ой, дядю уже хотела. А что это у меня? Ой, это какие-то слишком большие усы. Может быть, розовые? О, давай вот такого сделаем. Сделаем так, а причесочку? Ха, смотри, какой смешной получился. Да, пока мне этот вариант нравится. И с косичками тоже смешно. Но как-то не очень прилично. Мне кажется, мальчики так не ходят. Вот, давай такого лохматого сделаем. Замечательно. Сейчас выберем ему наряд. Какой-нибудь покрасивее. Так, давай сначала до конца докрутим. О, смотри, какие у него здесь крутые всякие штуки есть. Даже сердечки на глаза. Ладно, сердечками. Ой, ты что, розовые три кошки одел? Давай-ка что-нибудь поприличнее выберем тебе. Нет, здесь мне ничего не нравится. Вот, синяя кофточка, курточка отлично. А, давай футболку. Только тогда, наверное, надо, может быть, белую? Хм, нет, белую ему тоже не очень. А есть что-нибудь синенькое? Вот, отлично. Синенькая футболка и белые штаны. Ну, пусть будут белые штаны. Замечательно. И вот такую штуковину. И корона. Нет, 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 шучу, шучу, не будем мы такого делать. Это была шуточка, прошу прощения. Отлично. Ну что, наш герой выбран. Посмотрим, кто сегодня придет, у кого какие проблемы случились. А вот и наш первый клиент. О, сразу похищение кольца! С таким огромным бриллиантом! Кошмар какой! А здесь у нас кто? Собачка потерялась. Ладно, пошли искать, где там наше похищенное колечко. Но сначала я предлагаю все-таки собачку поискать. А то я иногда не могу найти. А вы, ребята, такие молодцы, всегда такие глазастенькие. Всегда мне кто-нибудь да напишет, где были эти животные. Вот, отлично, я нашла, быстро-быстро. Пишите, кто нашел быстрее меня. А теперь посмотрим, что здесь у нас целых три улики. Так, я предлагаю сначала под ковер. Эй, под ковром нету? Как так? Всегда же было что-нибудь под ковром. Так, ладно, шторочки откроем. И посмотрим. Как-то подозрительно шкафчики Ой, кто уронил кактус? Я вообще его не трогала. Ну-ка, а в мусорке что у нас там? Так, в мусорке тоже ничего нет. И кактус. А, ёшкин, матрёшкин, падает все. Сейчас. О, вон что-то, вон. Ага, попалась первая улика. Так, под... Ага, вот и вторая улика. Как ее вообще взять? Вот она, это молоток. Хм, очень интересно. Так, 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 посмотрим, что здесь у нас еще есть. Может быть, еще где улики завалялись? Шоколад, кажется, шоколад. Точно, точно, опять эти шоколадные воришки. Упс. Посмотрите, какой беспорядок устроила. Ладно, пойдемте отправляемся искать нашего преступника. Это шоколадный воришка с молотком. Так, посмотрим, у кого тут шоколад на губах остался. Вот она, по-моему, девочка. Но у нее волосы другого цвета. Ага, вот он, смотри, как замаскировался. Я бы ни за что его не нашла. Он со своими усами... Так, спрятался, что его вообще не видно было. Так, посмотрим, что мы там ищем. Точно, кольцо. Угу. Давай убирай свою подсказку, мне она не нужна. Сейчас посмотрим, где он мог спрятать это колечко. Может быть, здесь? Ничего нет, подозрительно. А там тоже ничего нет. Ой, ё-моё, опять и все. Вот у меня вечно так. Все падает. А вы... Ага, вот она! Смотри, 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 за шкаф спрятал. Как же его... Ура, 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 нашли
это колечко! Замечательно! Эй, ты куда побежал? Давай-ка мы быстренько его загоним. Сбежать решил? Безобразник какой! Но ничего! Мы это уже проходили. Знаем мы вас. Хотите вы от нас убежать? Мы быстро вас догоним. Отлично с этим справляемся всегда. Ну, правда, бывает иногда немножко сложно. Особенно, как начнут бананами закидывать, как будто наши воришки все одни бананы едят. Ой-о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 й
мы поймали первого преступника. Замечательно, пойдем вернем колечко хозяину. Держите, пожалуйста, ваше колечко. Ой, спасибо вам за сердечки. Дело раскрыто. Замечательно. Ой, кажется, там какая-то снова собачка потерялась. Грустная какая, так ее жалко. Давай посмотрим. Ой, какой-то мальчишка пришел. Что у тебя? Телефон украли. Ты в игры поиграть не можешь. Ну да, я бы тоже печалилась. Ютубчик, наверное, не можешь посмотреть. Так, ну что, с чего начнем? Собачку искать или улики? Ой, я, кажется, ее слышу. А где она? Кто-нибудь видит собачку? Что-то я опять ничего не вижу. Как-то мои глаза меня, по-моему, подводят. Я слышать все слышу. Но я не вижу. Ребята, вы видите собачку? Ой, точно, вот же она на крыше была. Ничего себе, как высоко забралась. Так, посмотрим, сколько здесь будет. О, целых 4 улики. Искать, не переискать. Я вижу первую улику. Это какие-то цветочки? Что-то я не помню. У нас были цветочные воришки или нет? Я как-то не припомню, что вы были. Странно. Ага, вот вторая улика. Замечательно. Мы уже целых 2 улики нашли. Ой-ой-ой-ой-ой, вот еще одна, я вижу. Здорово, как быстро у нас все получается. Только мусорю я тоже очень быстро. Но уж простите меня. Я зато всегда за собой убираю. А, вот и уборочка. Замечательно. Смотри, сколько всего мы нашли. Какой-то, по-моему, интересный сейчас воришка должен быть. Так, у нас еще цветочки. Черные волосы, клюшка. И эти ролики. А не это ли девочка в фате? Очень подозрительная. Зачем ей интересно чужой телефон? Ну разве это вообще можно так делать? Ну вот, ну нельзя же. Так, посмотрим. Телефончик, значит, да? Угу. Сейчас, сейчас, посмотрим, посмотрим. Ой, да что ж такое-то? Вот старалась аккуратно, а все равно все размусорилось. Ладно. Айда. Что толку от стараний, если ничего не получается? Я, по-моему, нашла кое-что. Вот он. А вот и наш телефончик. Ну, как же можно? Ой-ой-ой-ой, опять убегает. Да что ж за воришки-то такие? Все и норовят сбежать. Давай-ка срочно в погоню. Мне кажется, или там другая машина была? Очень подозрительно. А затем ли воришкой мы бежим? Сейчас, сейчас. Догоним. Ваши бананы нам вообще нипочем. Они нам ничего плохого сделать не могут. Попался. Вернее, попалась. Вот как будто бы со свадьбы ведь шла. И воришка. Ну вообще. Ладно, пойдем вернем телефончик. А то он, наверное, там бедный ютубчик вообще никак посмотреть не может. Держите, пожалуйста, свой телефончик. И мы раскрыли следующее дело. Уже под номером 59. Представляете, ребята, сколько дел мы раскрывали. Кошмар какой-то. Ну, посмотрим. Ой, а ты что здесь делаешь? Уже лето, а ты в шапке. Часики потерял. Бедняжка. Кстати, непонятно, это девочка или мальчик? По волосам похоже на девочку, а так как будто бы мальчик. Очень странно. Ой, там еще собачка какая-то была. Давай собачку вначале посмотрим. Интересно, мы ее найдем? Я, правда, не увидела, какая она там должна быть. Ой, точно, я слышу, где-то есть. Сейчас, сейчас посмотрим. Ребят, глазастые же всегда бываете.
Давайте напишите, где же она? Что-то я ее опять не вижу. Ну вот что у меня за зрение такое? Вроде должна все видеть. А как собачек искать? Так ничего не вижу. Реально найти не могу. Нет, я так не играю. Так вообще нечестно. Вот уверена, что уже по-любому кто-нибудь-то написал, где эта собачка. Я ничегосеньки не вижу. Ладно, пойду-ка дело раскрою. А то пока собачку ищу и воришку не найду. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ой, кажется, сложное дело предстоит. Всего лишь две улики. И первую я, по-моему, уже вижу. Банановая кожура! Я же говорю, у нас какие-то банановые воришки. Интересно, следы есть? Следов нет. Шкафчик. Ага, смотри, как быстро удалось найти оба. Даже обе улики нашла и даже не размусорила ничего. Вот это я сегодня молодец, постаралась. Так, ну может все-таки найдем собачку? Жалко же, ходит где-то одна бедняжка. Брошенная. Вон она, вон она! Ура! Я это сделала. Спасибо, ребят, кто написал. Так, посмотрим, кто здесь у нас банановый воришка. Еще и в фею превратиться хочет. Кажется, я уже вижу эти без бананов. Ага, вот, первый мальчик, то есть девочка с бананом. Тоже непонятно, то ли мальчик, то ли девочка. По-моему, это какая-то маскировочка. Ну, явно девочка, раз такие цветочки в комнате. Итак, мы ищем часы. Ребят, кто-нибудь видит часы здесь? Если видите, пишите скорее в комментариях. Я пока посмотрю где-нибудь. Так, здесь тоже ничего нет. Ой, опять все упало, как всегда. Ой, вот, точно же они. Спасибо, ребят, что написали. Ура, ура, мы нашли воришку и нашли пропавшие часики. Воришка, ну, как всегда. Вот вообще их как-нибудь возможно, чтобы они не убегали от меня? Но они же знают, что я все равно их поймаю. Нет, бегут куда-то. Чего бежать, если все равно вас поймают? Лучше б не воровали. Ну что, сейчас догоним. Еще немножко и... Ой-я, ты что? Что за безобразие? Какой-то пакости мне накидал, черный. Да что вообще было, машинное масло или что? Так, ладно. Все равно тебя поймаю. Ай-яй-яй, вот так тебе. Смотри, как хорошо мы его быстро поймали. Так, вернее ее. Точно, там же девочка была. Давай отдадим часики, а то там страдают ведь наши люди-то без своих вещей. Ой, ой, вот это нам обязательно надо поиграть. Смотри, там козочка потерялась. Ну-ка, точно, козочка, пропал друг козочка. Ой, дядя пришел, какой грустный. Так его жалко. У него сумку украли, какое безобразие. Давай скорее ее найдем. Я думаю, что мы справимся. Так, посмотрим. А, давай, козочка же была там, да? Она, где может ходить? Мне кажется, она где-нибудь травку пошла поесть. Точно, так и есть, смотри, вот она. Козочки, они такие козочки. Все бы им пожевать. Так, посмотрим, сколько... Целых 4 улики. Помните, один раз у меня было целых 5 улик надо было найти. Это, ой, это что такое было? Это я, если честно, я не специально. Вот честно, честное слово. Я, кажется, что-то увидела. Ага, первая улика. Смотри, какое безобразие на стене. И кто это здесь нарисовал? Так, давай посмотрим. И следы имеются. Вот это да. А, вот и еще одна улика. Ну, преступники даже спрятаться нормально не могут. Хоть бы улик столько не оставляли за собой. А то ведь сплошное безобразие. Так. Сейчас посмотрим. Кажется, я тут слишком разбушевалась, конечно, но я ж по делу, правильно ведь? Правильно. Так, а что у нас здесь? А, в этих ящиках мы заглядывали. А в этой штуковине... А где у нас еще улики могут быть? Мы уже все посмотрели вроде. Так, очень странно.
Давай посмотрим. Мусорка. Тоже смотрели. Нет, я не вижу больше никакой улики. Вон один ящик остался. Ага. Ой-ой-ой, у меня все летит. Все. Все кувырком. Кошмар. Так, давай-ка все уберем в сторону и вот это я настаралась. Вы только посмотрите, что натворила я. Ладно, давайте быстренько все приберем. Улики, по-моему, не видать. Очень странно. Где-то же она должна быть. Подозрительно, между прочим. Какой-то умный воришка попался. Странно. Ладно, давай попробуем так найти. Может быть, мы угадаем, что это за воришка. А то что-то я не знаю. Я уж так все размусорила, что невозможно ведь даже искать там было. Так, посмотрим. Он должен быть в ботиночках, со светлыми волосами и с краской. Так, ботинки, краска, ботинки, краска, ботинки, краска. Ага, светлые волосы, краска, ботинки. Вот, наверное, вот этот что ли подходит? Ну, давай посмотрим. Что там у него, сумку украли? Сейчас проверим. Ну, хотя подозрительно рядом живут. Сейчас посмотрим. Так, здесь ничего нет. Точно, смотри, мы с первого раза угадали, кто воришка. Вот это мы молодцы. Давай скорее в погоню за этим воришечкой. Убежать решил. Ну-ну, ничего-то у тебя и не выйдет. Сейчас мы быстро тебя догоним. Ну что ж, ребята, я думаю, это последний воришка на сегодня. А вы пишите, кому нравится игра про маленькую полицию. Я ее просто обожаю. Жалко, конечно, что она платна, но все равно, она того стоит. Играть в нее весьма увлекательно. Так, и воришек ловить особенно. Ага, попался! Замечательно! За решеткой, так тебе и надо. Держите, пожалуйста, вашу сумочку. Супер! О, у нас там птенчик потерялся! Ничего себе! А можно сходить просто в город птенчика поискать? Смотри, там птенчик где-то потерялся. Давай птенчика поищем, пока там у нас... Вот он, маленький потеряшечка! Здорово! Смотри, как быстро мы нашли нашего птенчика. Ладно, ребята, всем пока-пока! А вы не забывайте ставить лайки, писать комментарии. А еще можете написать, какого полицейского сделать в следующий раз. Всем пока-пока!